Ну что, сейчас должно быть все нормально. Теперь осталось только эту хрень разобраться и все. Открыть эту херню как-то сломать. Смотри-ка, ключ остался открытый. Надо как-то эту херню сломать. Чё? Лау? Какой-то баг сделал. Ключ, ключ, ключ. Блин, да выкинь этот граммофон. Ключ мой. Все, наконец-то. Фонарь оставлю тут. Граммофон на всякий случай. А хотя нахрен микрофон. Да, он катается. Я не это хотел. Наркоманище. Ты быстрее, быстрее, быстрее. Ну поти. Ну что ты такой нуб? Ну, аккуратно, едь, едь, едь. Прыгай. Прыгай. Все. Молодец. Теперь надо попасть просто туда. Блять, растения повырастали. А я граммофон больше не взял. Ладно, думал, не пригодится. Вот этот, на этот маленький кустик можно забраться? Да, можно. Тебе просто туда подлечи, и все будет отлично. Все, все, все. Ну наконец-то. Заветный ключик. Hello, neighbor, блин. И что за херня-то будет твориться? Такая же херня? Петарды вначале. Те самые глазастики. Да-да, болтайте. Осталось пройти этот кошмар, который я в прошлый раз тупил кучу раз. Возможно, его сделали проще и легче. Я надеюсь на это. Осталось... Хрененная музычка. Так, пришли те же самые, да? Интересно, банки они кидают, как в прошлый раз, или нет? Кружка, опять же, во весь экран. Ну, это норма. Там выруби ее. Все. Кто-то радио тут работает. Все. Все, глаза убираются. Тостер сделали красивее. Спасибо. Теперь это видно, что это тостер, а не какая-то херня. Ага. Теперь надо эту херню вырубить как-то. Думаю, с этим будет полегче уже. Проблем таких не будет, как в прошлый раз. Ну молодец, ты упал в самый низ. Нормально, прыгни и не тупи. Вот это. И все, блин. Ну допустим, я сюда упал. Что дальше? Мой. Куда я упал? Кружка, блин, просто не пролезает. Так она такая длинная и большая. Ура! Мой. Прыгни на этот тостер еще раз. И залети туда, куда надо. Ну неужели? Теперь не упади, пожалуйста. Те самые дротики. Да и посветлее тут хотя бы сделали. Так. Тут, надеюсь, все то же самое. Лети, лети, лети. Нет, слишком медленно. Ты побыстрее летишь. Да, этот самолет вообще куда-то в сторону летел. Все, отлично. Тут подсказки хотя бы есть, как пройти теперь. Интересно. В утёчище. Ага, в утёчище еще то. Все. Осталось немножко. Блин. Залезай ты уже. Да дротик проклятый. Угу. Ага. Все. Мы почти уже у финиша. Хотя бы лампу теперь нормально сделали.
Вот сюда надо наверх еще залезть. Ну, разработчики, сюда еще надо наверх залезать, это будет смешно. Давай, залезь на ту лампочку. Ладно, рискну прыгнуть. Вдруг я пройду сейчас, это нормально и быстро. Давай, прыгни эту лампу. Да! Все. И та самая херня, по которой я прыгал. Ну да, тут намного проще вроде сделали. И все так же. Все. Двойной прыжок я получил. Наконец-то. Теперь я могу идти в подвал. Мой там двойной прыжок, надо тут перепрыгнуть через эту баррикады, которые там были. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Перед тем, как идти в подвал уже окончательно. Двойной прыжок у нас есть. Все. Отлично. Попробуем пройти вот этот еще кошмарик. Блин, я ни хрена не вижу. Ты что тут делаешь? Лау. Он улетел вместе с этой херней вверх. И поймал меня, еще успел. А попал с первого раза причем. Блин, тут... Конечно, меня найдет. Все. Да! Как долго я там мучился тут? Вот это ты прыгнул, как наркоманище. Реально, ты такой наркоман. Все. Зонт мой. Во-во-во. И все. Все, долетел до сюда. И что тут за наркоманище происходит? Давайте посмотрим. Что это? Так, это взять не могу. А вот это я могу взять. Ладно, непонятно, что это такое. Что-то будет происходить, но сейчас мы узнаем. Тут я вообще не знаю, что это будет. О-о-о. Да, тут вообще полная наркомания в подвале в конце. Сосед. Твои. Понятно все. Тут не все так просто. Да, он опять тут торчит. Иди нахер. Ха! Запер. Все, иди нахер, сосед. Блин, вот паркур тут какой-то. Подвал сумасшедший. Подвал сумасшедший, я даже так скажу. По-моему, это очередной кошмар. И по идее, эта оригинальная игра так будет выглядеть. Что это такое? Кинуть предмет? А-а-а. Реально, что ли? Это возможно, по-вашему? Чем дольше удержишь, тем дальше кинешь? Что-то еще не... И правда. Куда идти? Я еще тут буду тупить. По-моему, сюда я зазря пошел. Кстати, это все кидать непонятно. Да, попал. А, я вентилятор врубил, правда. Теперь пробуем. Чё? Да ты чё, прыгать не умеешь? На... Во! Отлично, дальше прошел. Окей. Полная чертовщина тут творится. Можно туда пойти, а можно вот сюда. Давайте пойдем сначала сюда. Что там за херня? Да, подняться туда можно будет, если что. Да, реально чертовщина у него в подвале. Это тупик, что ли? А это что такое? Что это было? Тут еще какие-то монстры обитают. Помимо соседа. Нахера это телевизор нужен?
Лол. Я зонт выкинул. Да нахер иди ты. Всё, блин. Я прошел. Ещё. Огромный сосед. Ты шутишь? Это как в самом первом Айфе. Эй. Соседушка, блин. Иди нахер. Кошмар за кошмаром. Чё? Охереть. Это что, босс? Вот это тренд. Жесть какая-то. Зонтик, окей. Взял, сломал дом. А он что-то может с ней сделать? Эй, сосед. На. На тебе. Тренд. Территория огромная. Да, трэш. Какие-то кошмары за кошмаром. Открой. А, я по рейсам пойду. Гигантский соседушка, блин. Да, игра охрененно сделана. Ну, сейчас мы к нему и заберемся. Со спины или на голову. К этому соседу сумасшедшему. Эй, ладно. О! Охеренно. Чё у нас сломало? Я, по-моему, понял, что надо делать. Седушка, это я, блин, с такой силой кинул. Мне нужно его дома, что ли, все сломать? Или что? Как эта херня вообще исчезла? Давай еще раз. Ты посильнее можешь закрутить мяч? Огромная, гигантская. Давай. Раз, два, три. О! Ничего не бывает просто так. Во! Вот в чем прикол. У-у-у. Я еще и сдохну тут могу. Теперь понятно. Ну и куда лететь, где зонт? Думаем дальше. Вот сюда может залезть надо. Ой, блин, вот купол. Во. Вот сюда может. Смотри-ка. Понятно, надо успеть на эту штуку еще залезть. Не докинул. О, все, попал. Фу, трэш. Да, ну и трэш. Как же высоко. Надеюсь, мячик мне не нужен был. Очень высоко поднимаюсь. Угу. А, ну хотя
хотя бы предмет, чтобы разбить. Спасибо. Хоть на этом. Я в какой-то домик приехал. Причем громадный другомик. Так, бинокль. Вот трэш, блин. И чё это? Зонтик! Зонтик! Вот он где! Надо разбить эту штуку, взять зонтик, и все. Я смогу пройти дальше, не буду умирать, блин, от падения постоянно. А зонтик прямо вот тут, блин. Тут поймать зонтик, и все, их до хрена падает. Штук. Ты как сдох? Чипи. Ну возьми. Ну не взять. Ну теперь получится, и не ступлю опять. Прыгать вообще там нельзя, окей. Мне тупо надо взять и поймать зонтик. Все. Же это так сложно. Да! Я наконец-то поймал хоть один зонт. И теперь я не сдохну от падения. Окей, куда теперь идти? Да, кстати, зонтиков тут много. Валяется по уровню. Трэш, блин, как долго я с этим мутился. Ну, наконец-то я поймал хоть один зонт. Все, главное, не сдохнем какую-то палку. Все, лети туда. Да, без зонтика тут вообще никак. И топ зонтик будет, надо вообще туда, блин, забраться-то. Вообще трэш, огромный уровень. Все огромное. А он просто смотрит и подмигивает мне. Тебе норм? Соседушка. Так, вот, свечки. Ну их взять не... можно? А, только одна берется. А ну давай попробуем поджечь. Так. Сколько тут петард вообще? Раз петарда. Поджечь, поджмется. И правда. Тебе понравилось, соседушка? Смотри, он подпрыгнул. Это вот так мы побеждаем свои страхи перед соседа. Где еще петарды? А, мячики, я понял, в соседа будут стоять. Я понял, что надо, надо запугать соседа. Окей, пробуем эту хрень. Нет, не падай, не падай. Что такое? Вот поджечь. Не. Да нахрен эта штука. Попробуем вот эти шарики запустить сейчас. О! О, давайте. Может, все-таки получится? Эй, не падай, шарик. Закатывайся в лунку. Застрянь в этой херне, пожалуйста. Кнопка. Ну, тебе сейчас заново придется. Так, вот, Ментос, окей. Его можно взять? Нахрен. Ой, правда можно взять. И кинуть в бутылку, как вариант. Зачем она еще нужна? О-о-о! Вот это я его испугал. Петарды. Давай. Медленно, медленно, медленно. Катись, 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 катись. Жик. О. Ну не упади. Блин. О. Норм. Давай. Ну ты будешь работать, ты опять сразу стрянешь.
Во! Тебе понравился, сосед. И просто какая-то херня произошла. Запись идет. Да идет запись, а? А, да все. Все аккуратно, аккуратно. Блин, этот граммофон надо было залечить. С него и надо на этот дом залетать. Давай, давай. Во, как раз. Во. И куда теперь? Я дома. Я у соседа в доме. Что делать? Поджечь дом, в котором находится. Вот по лампочке попасть. Блин. Ну реально, я вроде все сделал. Почему не мог пройти дальше? И это конец такой? А, ну это же бета-версия. Ну окей, сдохну. Хрен а что делать, но я уже устал. Все. Хватит на это все, с вами по флаттерше. Нас там все посмотрим, всем удачи. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Пока. Ей.